Они защищали страну в прошлом, стоят на страже нашего спокойствия сейчас или готовятся посвятить себя служению отчизне. 23 февраля – это праздник настоящих мужчин. Поздравления они начали принимать уже сегодня. В Курском драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. Эти люди давно стали живым символом Великой Победы. Мужество, стойкость, горячая любовь к родине и к жизни. Дима чуть ли не с благоговением смотрит на почетных гостей. Бабушка, дедушка водили меня на парады 9 мая. Смотрел на ветеранов, понимал, что какие они великие люди, и старался подражать. Когда началась Великая Отечественная война, Виктору Батюнину было всего 9. Он по мере сил помогал взрослым, заряжал ленты на зенитных установках. Пережил блокаду. Повзрослев, осознал, служить родине – его призвание, и отдал армии 40 лет. Он точно знает, что значит быть настоящим защитником родины. Быть культурным, вежливым человеком. Ты можешь быть образованным, но хамло, ты никому не нужен. Второе – быть крепким здоровьем. Армии нужны мужественные, здоровые люди. Поэтому, когда забирают молодежь, они должны гордиться этим. Почему? Потому что именно ему поручена такая ответственная задача – быть защитником своей родины. В честь праздника ветеранам вручили юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне». А вот современные защитники нашей родины. Армейская выправка и отчеканенный шаг. Сегодняшние защитники Отечества – это молодые воины, офицеры, солдаты, те, которые унаследовали славу, мощь нашего оружия от предков. И сегодня продолжают их боевые и исторические традиции по охране рубежей нашей отчизны. И пока эти традиции живы, россияне могут чувствовать себя в безопасности. Всем мира, счастья каждой семье. С праздником, дорогие друзья! Ангелина Рязанцева, Максим Леонов, телеканал «7».